Митинг по случаю памятной даты, павшей в вооруженном конфликте в Приднестровье, проходит в нашем городе третий год. У бюста Штефану Чалмаре собрались жители города и района, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, чтобы возложить цветы и почтить память погибших граждан. В этот раз участникам тех событий были присвоены памятные награды. Согласно указу президента Республики Молдова под номером 508 от 6.02.12 года, на основании части 2 статьи 29 Закона о государственных наградах Республики Молдова и Закона об учреждении медали «Круче коммеморатива» «Партичипанс лаксюнди лупта пентру апараля интегритет и шиндепендеции Республики Молдова» было установлено наградить участников боевых действий по защите целостности и независимости Республики Молдова граждан Республики Молдова медалью «Круче коммеморатива» «Партичипанс лаксюнди лупта пентру апараля интегритет и шиндепендеции Республики Молдова». Памятные награды были вручены всем участникам событий на Днестре в 1992 году. Спустя 20 лет все признают, что война была бессмысленной и отличалась своей жестокостью. Оправдания конфликту нет до сих пор, по словам заместителя председателя района. Конфликт, разожженный бездарными политиками, которым неведом язык дипломатии, язык миротворчества, разделил нас на долгие годы, загнал нас в бесконечный, бессмысленный спор о верховенстве той или иной национальности. Многолетние попытки урегулирования проблемы простыми арифметическими действиями типа 5 плюс 2 не дали и не дадут никаких результатов, пока сами мы не сделаем конкретных шагов навстречу друг другу. В результате вооруженного конфликта в Приднестровье погибло 809 человек, в основном мирные жители. Какой бы трудной ни была проблема, ее надо решать только мирным путем. Нам всем нужно делать все возможное, чтобы кровавые события 92-го года никогда не повторились, чтобы на нашей земле царило спокойствие и мир. 6 жителей нашего города тоже участвовали в этой кровавой войне, приняли участие в тех событиях. Не согласился с мнением руководства города и района один из участников конфликта, комиссар полиции Дмитрий Шаптефрать. Война не носила национальный характер, считает начальник правоохранительных органов района. Этот конфликт приднестровский есть один из последних, можно сказать, выпадов бывшей Советской империи, чтобы держать Республику Молдову обратно в Советский Союз. Этот конфликт имеет далекую историю, но никогда он не имел национальную окраску. Это политический конфликт, и до сих пор нельзя его решить. И вы знаете, что до сих пор на берегах Днестра погибают люди. И 1 января был убит гражданский человек, мирный человек, молодой парень, так называемыми миротворческими силами Российской Федерации. Это говорит о том, что все время этот конфликт не будет разрешен, пока не захочет Российской Федерации. В Приднестровье погибших защитников региона поминают 19 июня. Лидия Послярь, Сергей Кайряк, Иван Горизан. Новости Тараклия.